Большая часть поверхности Ирландии – это равнина с влажным океаническим климатом, окруженная скалистыми холмами, значительную часть которой составляют торфяные болота. Торф, собранный с местных болот, веками использовался в Ирландии для отопления и приготовления пищи и вплоть до конца 20-го столетия являлся главным источником тепла в домашних хозяйствах, занятости в сельской местности и альтернативным топливом для местных электростанций. В отдельных районах Ирландии это полезное ископаемое и по сей день используется в частных фермерских хозяйствах для выработки тепла и электроэнергии. Добывают торф двумя способами – традиционным и промышленным. Традиционный способ, или как его еще называют резной, заключается в нарезании специальным ручным инструментом прямоугольных торфяных брикетов, которые после извлечения из пласта еще некоторое время остаются на открытом воздухе для просушки и в дальнейшем используются как топливо. Промышленный способ предполагает применение специальных машин для извлечения торфа и формирования топливных брикетов в количествах, необходимых для обеспечения энергией предприятий и электростанций. Большинство таких машин оснащено дисковой фрезой, вырезающей торф с определенной глубины. После извлечения фреза направляет сырье в шнековый экструдер, где происходит прессование и формирование торфяных кусков или брикетов. Машина укладывает готовые брикеты на ровное и чистое основание для просушки в естественных условиях. Спустя некоторое время с целью ускорения просушки при помощи специального навесного оборудования производится ворошение и переворачивание подсушенного торфа. После его готовности в дело вступают специальные торфоуборочные машины, которые собирают высушенный торф, просеивают, отделяют его от мусора и направляют в контейнеры для перевозки.